Здравствуйте, дорогие друзья, и мы ведем репортаж из самого веселого автобуса в Екатеринбурге. Обратите внимание, какое количество улыбающихся лиц. Такого не встретишь нигде. Дело в том, что эти люди специально работают в этом автобусе веселыми пассажирами. Расскажи, пожалуйста, как давно вы работаете веселым пассажиром в этом автобусе? У них, причем по контракту, они не имеют права отвечать, они должны только смеяться. Причем в этом автобусе работают даже дети. Девочка, как давно ты работаешь веселым пассажиром в этом веселом автобусе? Ну, я вам уже объяснил почему. Мужчина, здравствуйте, помашите рукой, вас смотрят миллионы. Хорошо, друзья, кто в этом автобусе хотел бы не только работать веселым пассажиром, но и стать звездой кино? Поднимите руку. Обратите внимание, эти люди не алчные совершенно. Они скромные. Они просто скромно работают веселыми пассажирами. Город Екатеринбург. С вами был Михаил Пайкин, театр на весу. Оставайтесь с нами.